Сбил светофор, оплати затраты на установку. Члены комиссии по безопасности дорожного движения признали неудовлетворительную работу по возмещению в городскую казну стоимости восстановления сбитых светофоров. Перекресток улиц Полина Осипенко и Амурская. Здесь в результате аварии были повреждены светофор и дорожное ограждение. Все было восстановлено за сутки на средства городской администрации. Хотя, согласно Гражданскому кодексу России, ответственность за порчу городского имущества несет виновник ДТП. Виноватый в этой аварии находится в больнице. Потому оплатить установку светофора получится не скоро. Однако в других случаях ответственность можно понести сразу. Теперь в администрацию города еженедельно будут поступать отчеты о ДТП, в которых повреждены светофоры и дорожное ограждение. Где будет указано место совершения ДТП, что повреждено, и если будет уже установлено виновник данного ДТП, значит будет указываться виновник данного дорожно-транспортного происшествия. Светофор сломан, виноватых нет. Зачастую нарушители покидают место ДТП. Только в уходящем году на ремонт светофоров городские власти потратили около 500 000 рублей. Каждому, чью вину докажут, будет предъявлен судебный иск, согласно которому водитель обязан возместить восстановление светофора. В настоящее время при ДТП знаки восстанавливаются за счет бюджета города, то есть денежные средства, которые заложены, идут на восстановление муниципального имущества. Но это не совсем правильно. Стоимость восстановления одного светофора доходит до 200 тысяч рублей. Поэтому стоит быть внимательнее на дорогах. Ксения Хван, Денис Пузырев, Вести, Чита.